Всем приветики. Я придумал, как сделать из этого кубика Рубика и вот этой вот веревочки кое-что интересненькое. Ставим шарик на верхний кубик вот сюда. И к нему присоединяем остальные кубики. Вот они уже сами магнитятся. У нас получается такая вот фигура, типа такая комета с хвостом. Затем берем этот шарик. Вернее, кубик с шариками. И начинаем их поднимать. Хочется, чтобы он был в фокусе все время. Надеюсь, получится. Вот. И цепляем к чему? К лампе. По-моему, круто. Вот он висит такой. И прикольно смотрится на таких шариках. Висит кубик. Ну, это я так просто по приколу болтаю. И он, кстати, не отцепится, потому что они друг за друга хорошо держатся. Еще попробуй его отцепи. Толкаешь, вот он пошел болтаться. Прикольно. Но потом со временем он, конечно же, остановится. И будет просто висеть. Это, кстати, красиво. Вот он держится за лампу. Просто вот шариком. И соединяется с кубиком нашим. Нашим великолепным кубиком. И это реально круто смотрится, такой кубик. Рубик на шариках висит на лампе. Это реально круто. Смотрится со стороны вообще класс, прикольно. Такая вот штука. Классно смотрится. Ну вот, это все, что я хотел показать. Такую вот я прикольную штуку придумал. На этом все. Всем покедам.